Москва. Олимпиада в 80. Ход конем. В 70-е годы, которые впоследствии назовут эпохой застоя, идеологическая борьба между СССР и США вышла на новый уровень, несмотря на то, что количество козырей в этой азартной игре у Кремля заметно поубавилось. Америка обгоняла нас и в космосе, и в международном влиянии, и в гонке вооружений, и в культурной экспансии. А про уровень жизни простых людей можно было и не говорить. Однако оставался спорт, показатели Советского Союза в котором выглядели как минимум не хуже, а иногда и значительно ярче. Давно известно, что именно конный спорт реально показывает уровень влияния государства на международной арене и его экономический уровень. Поэтому страна Совета не жалела ни сил, ни денег на то, чтобы утереть нос Западу на конно-спортивных аренах. Благодаря этому вниманию, а также системной, самоотверженной работе плеяда всадников, тренеров, спортивных дипломатов, наши достижения в 60-е и 70-е годы были исключительно высоки. Гольд-медалья Сергей Филатов, Совет-Унион. Личное олимпийское золото Сергея Филатова в Риме и Ивана Кизимова в Мехико, триумф советской команды на чемпионате мира в Ахене и победа на Мюнхенской Олимпиаде внушали уверенность, что это положение сохранится надолго. Тем более, что наша скамейка запасных была довольно длинной. Я сама была одним из тех всадников, которые нетерпеливо ожидали команды занять свое место в олимпийской сборной. В общем, предстоящие соревнования были тем важнее, что в Монреале СССР впервые за долгие годы остался без командных медалей в выездке. И чемпион Олимпик Альмань, Германия. А выступление на своем поле позволяло предвкушать глобальное торжество во всех дисциплинах конного спорта. Заполучить Олимпийские игры для Советского Союза было важнейшей идеологической задачей. Но удалось это не сразу. Сначала Москва проиграла. В мае 70-го года в Амстердаме проходила сессия МОК, которая выбирала столицу летних игр 76-го года. Было три претендента – Москва, Лос-Анджелес и Монреаль. Наша столица лидировала после первого круга, но во втором уступила Монреалю, хотя надежды на победу возлагались огромные. Брежнев был сильно обижен. Поэтому перед Венским конгрессом 1974 года, на котором МОК выбирал место проведения игр 80-го года, была проведена колоссальная дипломатическая работа. По некоторым сведениям, не только дипломатическое. Проиграть выборы во второй раз было невозможно. В результате Москва, пусть и со второй попытки, получила почетное право принимать игры 22-й Олимпиады. Московские остроумцы сразу же запустили в народ шутку. Вместо коммунизма, обещанного к 80-му году дорогим Никитой Сергеевичем, дорогой Леонид Ильич решил провести Олимпийские игры. Шутки шутками, но на нас, конников, возлагались огромные надежды, не оправдать которые мы просто не имели права. А в Москве к тому времени уже шло грандиозное строительство. Главой оргкомитета был назначен Игнатий Новиков, роль которого в успехе проведения Московской Олимпиады сильно недооценена. Однокурсник и приятель Брежнева, председатель Госкомитета по делам строительства, буквально свернул горы для Олимпиады. Центром всех событий Московской Олимпиады были, конечно же, Лужники, построенные в 50-х к Московскому фестивалю молодежи, а посему нуждавшиеся в серьезной реконструкции. Нужно сказать, что сегодня Лужники снова неузнаваемы, ибо к чемпионату мира по футболу 18-го года их подвергли новой реконструкции. Та же история сегодня с огромным конноспортивным комплексом в Бице, который в 80-м году был построен для нас, конников. По тем временам отвечал всем чаяниям спортсменов, тренеров, зрителей. Но сегодня Бице в строительных лесах. И это не может нас не радовать, ведь реконструкции не было все 40 лет. Но Лужниками и Бицей строительный бум не ограничился. В кратчайшие сроки была возведена Олимпийская деревня. Стадион на проспекте Мира, дворец тяжелой атлетики и огромная гостиница в Измайлово, стрельбище в Мытищах, а также грибной канал и велотрек в Крылатском. Все эти объекты продолжают служить москвичам уже 40 лет. Самое смешное, что к Олимпиаде не только строили спортивные объекты и огромные стадионы, но и снимали мультфильмы.
Во время подготовки к Олимпиаде студия «Союзмультфильм» выдвинула инициативу. Это получилась так называемая инициатива снизу. Обратились в Госкино с предложением к такому большому спортивному празднику снять ряд мультфильмов в разных техниках с разными режиссерами. Мой отец Вячеслав Котеночкин тоже, значит, поучаствовал в этом мероприятии и сделал целых два фильма. Первый фильм был «Кто получит приз» про олимпийского Мишу. А второй фильм получился, значит, порядковая серия, 13-й номер «Ну погоди», тоже про Олимпиаду. По поводу олимпийского Миши, созданного художником Чижиковым, в те времена ходили легенды. Поскольку этот Миша был везде, он был на значках, он был на всей сувенирной продукции, он был на плакатах, везде, 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 наши люди, естественно, придумали легенду о том, что, ну вот теперь художник-то, наверное, просто миллионер, и, в общем, очень сильно разбогател на этом деле. Хотя, насколько мне известно, за эту, значит, эмблему Олимпиады, ну, видимо, был какой-то обычный разовый гонорар, после чего, как бы, все права перешли Олимпийскому комитету. И с того, что эта продукция выходила, в общем-то, я так подозреваю, что художник ничего не получал. Перед съемками фильма мы рассчитывали на интервью с Виктором Чижиковым. А еще очень хотели, чтобы наш фильм обрел свой талисман, олимпийскую лошадку. Но, к сожалению, в июле художник попал в больницу, из которой уже не вышел. Лет ему было много. Но нам пора возвращаться в Ниццу. Раньше у советских конников не было места, где можно было проводить все виды состязаний. Тренировались мы каждый в своем клубе, иногда здесь, на московском ипподроме, иногда в манеже ЦСКА или на планерной, и вот нам построили такой конный рай. По тем временам комплекс в Бице был, конечно, уникальным сооружением, но давайте послушаем разные мнения. Я просто начну с того, что расскажу почти неправдоподобную историю, которая связана с созданием вот этого конно-спортивного комплекса «Ницца». Ее мне рассказал Владимир Никонорович Федин. Он тогда был главным специалистом по конному спорту в спорткомитете. К 1977 году уже было мнение о создании спортивной базы Олимпиады на планерной. Но на Совет Федерации конного спорта счел это предложение неприемлемым по многим параметрам, и в основном из-за того, из-за отдаленности. Здесь следует сказать, что именно Петр Парышев был первым председателем Федерации конного спорта Советского Союза. А ведь многие до сих пор полагают, что эту должность занимал Семен Буденный. Петр Прохорович Парышев, это, конечно, была выдающаяся личность. Это был такой авторитетный человек, просто сильный характер, хорошее знание, понимание, умение организовывать. И вот во многом, наверное, Москва обязана именно Петру Прохоровичу Парышеву тем, что на юго-западе столицы появился такой комплекс. Он предлагает самым таким авторитетным людям конного спорта пойти на прием ни мало ни много, а к главному архитектору Москвы. Тогда это был Лев Карлович Дюбек. Дюбек соглашается. Соглашается на честном слове, безо всякой документации, без финансирования. В короткое время назначена им бригада, выполняет эти проекты. Потом улаживается и финансовый вопрос. И 19 июля 1980 года Ницца, вот такая Ницца, прекрасно, красивая, с изумительными манежами, с колоссальной конкурной ареной, со степельчезными кругами. Она уже встречала зрителей, поклонников конного спорта. Это было прекрасно. Вот эти три взлетающих вверх коня, которых подарил Зураб Церетели в Москве. Это был вот такой чудесный совершенно фонтан. Весной 80-го года приезжал туда
принц Филипп, герцог Эдинбургский, который на тот момент был президентом ФАИ. Он хотел осмотреть конноспортивную базу. Ну, на тот момент биться, конечно, это было чудо чудесное, потому что не было таких комплексов, где было все. И выездковые поля, и конкурные, и большие и малые дороги. А было стипельчес, может было скакать. То есть база была, конечно, уникальная. Но, с другой стороны, был ужасный грунт. В манеже для выездки, потому что лошади там проваливались вообще 10-15 сантиметров. Да, когда он еще приехал, наши попытались сразу, значит, пригласить его в кабинет, чем Бог послал. Он говорит, нет, я хочу осмотреть базу. Вы знаете, ваше высочество, там очень грязно. Поэтому, к сожалению, вот у нас весна, грязно, все. Говорит, у вас что, нет пары резиновых сапог? Нашли резиновые сапоги, он осмотрел базу. Чтобы стало понятно, какие в битве проблемы с грунтом, мы немного забежим вперед уже в соревнования. Не в последний раз, кстати. Потому что соблюсти хронологию в нашем рассказе практически невозможно. Ну, вообще строеборной трассой творилось непонятно что. Почему? Потому что я думал, что кросс нельзя будет проводить. Такие погодные условия были, и в таком недостроенном виде это все было. Но как все-таки удалось провести этот кросс? Ну, все-таки природа помогла. Там высушило, там болота были всякие. А к моменту Олимпиады подсохло. Но когда пошел кросс, полил, как из ведра дождь. Как всегда обычно бывает. Чтобы синоптики не предсказывали, если кросс у троеборцев, то будет дождь. Трасса была очень сложная из-за того, что очень, как говорится, сильные дожди проходили. Вот. И вымыло берег в том месте, где, скажем, я на коне прыгал и приземлялся. Засыпали, как говорится, строительные соревнования песком просто и размыло его, этот песок. И я попал совершенно случайно на вымойну на этот. И мы, как говорится, перевернулись с конем. Вот. И, конечно, это, скажем, такая неудача, которая, ну, можно сказать, лицо надо посмотреть мое, когда я финишировал. Ну да, там канава была, она именно вот, что Валера и говорил, она сливалась. Должна канава, если она вырыта, она должна отличаться грунтом в канаве, чтобы лошадь видела, что туда не надо прыгать. А когда она сливается, лошадь может, ну, не, скажем так, ненароком опустить ногу, как на грунт. Но, видимо, они этого не учли. А погода-то именно в день кросса дождь лил, грязь, и она там один прыгнул, второй, и эта грязь туда попадала, и получалось, что сливается. Конечно, были тоже большие проблемы. Все дело в том, что дверь закрывалась очень красивым таким штыречком, вот, а штыречек заканчивался замечательным кругленьким шариком. Кругленькие шарики, естественно, отвалились тут же. И на этот, на один из штырей, кстати, на второй буквально день наделся и рейс. Ему же зашивали это все. Рейс – это потрясающая лошадь, на которой выступал Виктор Асмаев. И о нем неплохо бы вспомнить чуть подробнее. На этой Олимпиаде, вот я лично считаю, что был такой огромный подарок. Я говорю о рейсе. Вот чем поражала эта лошадь? Какой-то необыкновенной смелостью, необыкновенным желанием выступать, легкостью, какой-то одухотворенностью. Потому что я думаю, что даже сегодня на этих кадрах, которые вам удастся увидеть, вы почувствуете какую-то совершенно необыкновенную эту лошадь, как будто бы она понимает суть вещей, как будто бы она понимает суть соперничества, суть победы. Могу рассказать ситуацию. Он стоял на развязке и чего-то такое испугался, а в денниках, в битцах, была такая задвижка, ну не задвижка, там крючок, вот, с такой Г-образной. И вот эта вот часть, она очень здорово выдавалась. И он сел на эту штуку, ему там накладывали швы, один или два, не помню сколько. Не суть важно. Важно то, что на следующий день на всех замках, ну, этих вот задвижках, были шарики, как предусмотрено проектом. Но это еще не все. Были замечательно сделаны розетки. Розетки были не утоплены. Их так не поменяли. И когда поляки вывели свою лошадь конкурную чистить на развязку, она прекрасным образом эту розетку откусила.
Ее спасло только то, что было очень сухо. Лошадь осталась жива, но, конечно, поляки там устроили вообще жуткий скандал и писали всякие бумаги и так далее, и так далее. Подготовка к выступлению команды началась задолго до Олимпиады. Для того, чтобы еще было попасть в эту сборную, перед 80-м годом был 79-й год. Это была спартакиада народов СССР. И на поле центрального московского ипподрома были соревнования, и там был жесткий отбор. То есть маршрут преодоления препятствий стоял очень и очень сложный, потому что нужно было отобрать людей на Олимпийские игры, на сборы. К Олимпиаде в Москве у нас был как бы двойной состав, команда примерно равноценная, мы все вместе готовились. Потом постепенно уже к основным стартам как-то больше стали отсеиваться, вырисовывался основной костяк. Вы знаете, вот именно если касаться попаданий в команду, то все были кандидаты, все, кто готовился к Олимпиаде, все были кандидаты, все стремились попасть в команду, но никто не знал, кто попадет. Это решал, скажем так, тренерский совет по подготовке лошади, по подготовке всадника, кто подошел, в какой форме лошадь именно к этому старту, потому что нас подводили. Мы ездили в Пятигорск на сборы с 1 марта практически до мая месяца. И, конечно, очень много стартов было предшествующих, как говорится, вот Олимпийским играм. Вот. И, конечно, я не знаю, как мне это подфартило, что я туда попал, потому что вот, выиграв 3 старта подряд, да, вот, это, наверное, единственный, как говорится, козырь моей, как говорится, скажем, вот этой вот значимости, которую, как говорится, на тот момент представлял. Значит, что могу сказать о нашей команде, которая выступала на Олимпийских играх. Это действительно были опытные, проверенные всадники, которые участвовали много на международных соревнованиях и показывали достойный результат. В то время с конниками работали высокопрофессиональные и талантливые тренеры. Тренерский совет был. Там Александр Михайлович Евдокимов старший. Александр Михайлович как старший тренер, потому что он и представляет, как будто все знают, что за человек, как будто в личном зачете чемпион Европы. Вот. И Мурсалимов тоже призер чемпионатов Европы. Вот, Сейбатал Мурсалимов, Кунижев Михаил. Вот. Это уважаемая, как будто, компания, которая вызывает, ну, скажем, просто уважение и доверие. Потом Валентин Васильевич Мишин, это вообще он за все отвечал. И за конкуры, и за троеборье, и за, ну, за все виды конного спорта. Такой активный человек. Долгое время он работал в конторе под начальством Сергея Павловича Королева. И в частности, он был тем человеком, кто за пультом радиопеленгаторной станции искал Германа Титова после его приземления с первого полета в космос. А в этой же комнате в углу на табуреточке, нервно кусая губы, сидел Юрий Гагарин, впившийся глазами в показания приборов. Ну, Мишин Валентин Васильевич, он по идее, так по своей жизни, он летчиком был, но начинал он в ВВС. Ну, Валентин Мишин, начнем с того, он был прекрасным всадником. Еще в довоенное время он выступал на турнирах вместе с Василием Сталиным. Запомнил его, что Сталин под псевдонимом Волков выступал на рыжей лошади по кличке Борт. У него был твердый второй разряд по конкуру. Он помнил Буденного. Он в послевоенные годы он тоже побеждал на всесоюзных соревнованиях. И одна черта его была, он все время был нами недоволен. Все время ему мало было. Все время давайте больше, больше. Трудиться больше, чище работать. И в частности, вот вместе с коллегой они довели до слез Вячеслава Чуканова. Это было во время командного турнира. Уже Корольков, Чуканов и Асмаев отпрыгали прекрасно. Уже было понятно, что наша сборная стала олимпийскими чемпионами. Чуканов просил разрешение не выезжать на старт в этой ситуации и поберечь свою лошадь перед индивидуальным конкуром. Я не хотел ехать второй гид в командных соревнованиях, потому что мы уже выиграли, в принципе. Но я проехал второй гид чисто. Но я не хотел ехать, я со слезами ехал. Мишин ему сказал, что ты понимаешь, что мы должны превзойти результат французов на Монреальских играх, да? Поэтому ты сейчас поедешь. Вот. И Чуканов говорит, я заплакал, выехал и со злости отпрыгал нулем.
Можно себе представить, это такой русский богатырь, да, без страха и упрека, который просто заплакал во время Олимпийских игр. Обратите внимание, Чуканов плакал не из-за себя. Он плакал из-за того, что на страшной московской жаре будет мучиться его лошадь. Это было 8 часов утра, чаша, воздуха не было, и он жеребец, жеребцевал еще немножко, его привезли туда, поставили, он весь в мыле, я размялся, он вообще никакой. К рассказу о тренерах мы еще не раз вернемся, а сейчас давайте еще немного о лошадях и об отношениях между лошадьми и всадниками. Нина, скажите, а почему в результате вы так и не попали в олимпийскую сборную? К сожалению, у меня в 1979 году погибла лошадь. И мне не на кого было выступать на Олимпиаде 80. Смена лошадей по причине их старения, болезни или даже гибели всегда были огромной проблемой для спортсменов при подготовке к серьезным соревнованиям. И уж совсем болезненным моментом были так называемые пересадки, проводимые чиновниками. Ведь вы же знаете все эти истории, когда людей пересаживали с одной лошади на другую. Да, к сожалению, такое случалось и не раз. Это особенно болезненно воспринималось, потому что спортивная пара – это не просто всадник и лошадь. Это такой единый организм. Главное было, чтобы организация добровольно смогла передать эту лошадь для Олимпийских игр. Всадника обычно, кто на ней раньше сидел, особенно не спрашивали. Меня до Олимпийских игр Москвы отбирали одну лошадь, но несколько раз просто его забирали. Это моя основная лошадь, которая была на то время, это был игрок. После у меня его первый раз забрали на Олимпийские игры в Монреаль. Моя лошадь поехала, я, к сожалению, остался дома. Это был первый раз. Второй раз меня забрали уже на чемпионат мира. Опять же, лошадь поехала, я нет. Вот это два раза забирали до Олимпийских игр Москвы. А вообще у меня был хороший конь Рейс. Топки. Вот эти три лошади, эспадрон, Рейс и Топки, они до февраля месяца были у меня, 80-го года. Топкова передали Пагановскому с согласия того же самого Жагорова и руководства области. Ну, на тех условиях, что какой-то зачет пойдет и Ростовской области. А когда пришла Олимпиада, пришлось Топкова отдать Пагановскому, на нем прыгал Олимпийские игры. Николай Корольков – это мой очень хороший друг. У него была хорошая лошадь «Эспадрон», и он поделился со мной Топки. Значит, моя основная лошадь «Фазан» была немножечко травмирована, и выступление ее на Олимпийских играх было под вопросом. Я ему очень благодарен за то, что он дал мне на выступление эту лошадь. Рейса я отдал Асмаеву, а сам остался с подруном. И все эти три лошади выступали за команду. И Чуканов на гепатите. Вот вся сборная, которая выступала на Олимпиаде. Коллизии с лошадьми неразрывно связаны с историями человеческими. Наиболее ярко это видно на примере нашей сборной по конкуру. Я все-таки считаю, что вот эти четыре всадника – это как бы такой костяк сборной. Это опытные люди, такие как Пагановский, Коля Корольков, Чуканов и Виктор Карпович Асмаев. Я могу сказать про Асмаева, да, он стал олимпийским чемпионом. Но он это стал олимпийским чемпионом на лошади, которая уже прыгала. Ну, Виктор Карпович достаточно талантливый всадник. Как раз в этом году ему очень повезло с конем. Он сел на такого суперталантливого коня по кличке Рейс. Мы даже ему, честное слово, завидовали. Его посадили на эту лошадь, и за короткий вот этот период он стал олимпийским чемпионом, и награжден был, и все, все почести. Виктор Карпович за один год стал чемпионом страны, мастером спорта международного класса, олимпийским чемпионом, кавалером ордена «Знак почета» и так далее. Все за один год. Не было вопросов ни по Королькову, ни по Чуканову, ни по Пагановскому. Был вопрос только по Асмаеву на Рейсе и по Тимченко на Овесте. Вот. Ну, естественно, я бы стоял за Овесту, так как это мой всадник. И
Вот, ну, решено было поставить команду Асмаева на рейсе. Но на его месте должен был находиться Тимченко. Но так как в последний момент нам дали записочки, и мы писали, кого мы хотим видеть в команду, вот, например, вот я написал Тимченко. А я думаю, что Погановский, там, Корольков написали Асмаева. Жагоров написал Асмаева, потому что он с Ростова. Но Виктор Асмаев, вследствие серьезной болезни довольно рано ушедший, отнюдь не был ни баловнем судьбы, ни любимцем тренеров, и познал это он еще в юности. Со слов Николая Королькова, я знаю такую историю, когда Виктор Асмаев еще был совсем юным и заболел туберкулезом, а Жагоров отчислил его сразу. И говорит, ну представляешь, если где-то узнают, что у нас тут человек болен туберкулезом, он же может всех заразить. То есть отчислил, он просто сказал, слезай с лошади, походи. То есть, ну, для мальчика, для подростка это была, естественно, травма. Вот. И он пришел вечером к Николаю Королькову и попросил, просто чисто по-человечески попросил взять его лошадь, потому что сам он уезжает лечиться. Он действительно долго уехал, где-то вот жил в горах и выздоровел, и долгое время его туберкулез не беспокоил. А как же повел себя на Олимпиаде Тимченко, который по всем законам человеческой психологии должен был обидеться и хлопнуть дверью? Нет, ну я был везде, где, может быть, нужна была моя помощь какая-то или что-то такое. И после финиша взять коня там, подождать там, пока всадник отдышался, не знаю, какой-то совет дать, может быть, сказать про ошибки или что-то такое. Как-то так. Особое чувство – чувство команды, исключительно важно на таких соревнованиях, как Олимпиада. Это прекрасно понимали и наши троеборцы. Чувство команды – это переживаешь, когда спортсмен, вот ты закончил, допустим, отъездил в манежную езду, идешь смотреть, как ездит другой, смотришь, какие оценки ставят, сравниваешь с другими, где мы можем быть командой. Вот это чувство, плеча, что ты друг другу доверяли. Ну, команда – это большое дело. Просто в команде, конечно, мы все друзья были. Мы друг друга всегда поддерживали. Я был как будто там взрослее всех в этой компании. Там 33 года мне как раз исполнилось. А вообще ребята были опытные. У нас два с Украины было. Это с Киргизии Блинов был. С Ярославля два человека было. Мирошников и Волков. С Нальчика Рогожин. И я, Сальников. Ну вот, отборочные соревнования проходили и на России, и на Союзе. И подборочным соревнованиям вот тренеры поставили нас в сборную. До сих пор мы дружим вместе, созваниваемся, с праздниками поздравляем. Короче, у нас очень дружеские отношения. Единственное, у нас вот среди нашей в команде у нас погиб Сергей Рогожин, его нету. Еще в 83-м году на соревнованиях разбился. С Сергеем Рогожиным мы, ну, дружили, скажем так, где-то с 72-го года, когда начали выступать уже на чемпионатах СССР. Мы с ним дружили, это не мешало нам соперничать. А так он такой ровный, хороший, характер у него был. То есть можно с ним находить общий язык, и он со всеми находил общий язык. Ну, в то же время он такой целеустремленный был. Если он поставил цель, он к ней идет. Все время в трудах, все время в работе. Мы за друг друга всегда переживали. Мы выступали в России, в Москве. Это двойная ответственность. Как можно сказать, что, конечно, за страну выступал. У нас как бы было такое чувство, командное чувство гордости. Серебряную медаль завоевал Александр Блинов, Советский Союз. Когда поднимается твой флаг на соревнованиях, аж так это дрожь идет, потому что ты чувствуешь, что это твоя страна, за которую ты бился, бьешься. СССР по троеборью возглавлял Александр Евдокимов. Это единственный в истории нашей страны троеборец, который стал чемпионом Европы. Это было в Киеве в 73-м году, вот в личном зачете. Все остальные побеждали в команде. И это тот случай, когда хороший спортсмен становится хорошим тренером. Александр Блинов мне рассказывал, после уже гораздо позже, уже после Олимпийских игр, после окончания карьеры, он
практически не ходил, был у него такой период. И он говорит, что Евдокимов мне тогда звонил, в общем-то, каждый день, поддерживал меня, помогал. И, ну, вот это вот все-таки дорогого стоит. Я была у него в гостях в его конно-спортивном клубе «Золотое сечение». Он вот в дни 40-летия Олимпиады сочинил стихотворение, посвященное Олимпийским играм. 40 лет. Ведь это срок. Если вспомнить, где исток, то с чего мы начинали, думали, соображали, как бы дело повести, да к победе привести. Много можно вспоминать, умных всем советов дать, но одно хочу сказать. Для того, чтобы победить, надо только профи быть. Если Бог не дал таланта, чем обидел дилетанта, не берись дела вершить и народ вокруг смешить. Вспомнить нужно пьедестал, кто историю писал. И не надо слезы лить, надо думать и творить. Тем временем открытие Олимпиады все приближалось, и по мере этого приближения советские власти разрывались между вопросами безопасности, показной свободы и ужесточением идеологической дисциплины. Прежде всего, конечно, при организации безопасности Олимпийских игр в Москве исходили из тех трагических событий, которые произошли 5 сентября 1972 года в Мюнхене на Олимпийских играх. Тогда фактически от рук террористов террористическая организация в Африке «Черный сентябрь» она уничтожила всю спортивную делегацию Израиля. Трагическая ситуация, конечно, она была свежа в памяти, и она, прежде всего, руководством нашего государства при подготовке и проведении Олимпийских игр в первую очередь учитывалась, как бы чего подобного не произошло. Москва была, как писали иностранные издания, я имею в виду газеты, журналы и так далее, как мертвый город. То есть редко можно было встретить на улице кого-то и так далее. Я дважды вызывался к председателю КГБ Юрию Владимировичу Андропову, где он просил доложить о подготовке подразделения к проведению Олимпийских игр, что сделано, что еще нужно сделать и так далее, какие трудности возникают. Нами за этот период были подготовлены планы наших действий по всем олимпийским объектам. Все неблагонадежные элементы все были выселены из Москвы. Проститутки, прежде всего, те, кто занимался карманной тягой и так далее, и все. Ну, во время, перед Олимпиадой мы, наш объединенный штаб проводил учения на большой спортивной арене, там осветительные мачты и водная была. Забрались два неизвестных гражданина, и на площадке этой осветительной мачты выкрикивали антисоветские лозунги: «Мяса нет, масла нет», и бросали листовки. По забору народ собрался и орут: «Правильно, нет ничего!» В преддверии Олимпиады в советской стране творился счастливый бардак, потому что приближалось чудо. Надо понимать, что это было время, когда еще вид подержанной иномарки на улице Москвы вызывал изумление, вокруг нее толпились люди. А тут к нам должен был приехать весь мир, во всяком случае, мы так думали. И ожидалось что-то невероятное в этой связи, в том числе всяческие послабления. Какие именно послабления, никто не знал. Но каждый допускал это в меру своей фантазии. В общем, ожидание было радостным. В частности, появилась радиостанция, которая называлась Radio Moscow World Service. В это время Дима Линник, который в то время не только работал на этой радиоточке, а еще был нашим другом и музыкантом ансамбля «Трио Линник»,
они еще «Зодиак» назывались одно время. И испытывая большую любовь к «Машине времени» и к нашим песням, взял у нас наши самостийные записи и спокойно их крутил там между новостями, прославляющими советскую власть. Играло это на протяжении года. Диссидентов не трогали. На террористические происки они были не способны. Я вот недавно встретился с бывшим диссидентом, если назвать. И вот так он обидится, услышит когда. А затем стал руководителем одной из самых тайных спецслужб Израиля. Я ему говорю: ты мне скажи, пожалуйста, как ты стал из врага Советского Союза другом России? Он мне говорит: ты очень неправильно говоришь. Я никогда не был врагом Советского Союза. Я был врагом власти, но не Родины. Слухи о том, что капиталистические страны грозятся объявить Московской Олимпиаде бойкот, появились за год до открытия. Но мы надеялись, что все еще как-то уладится. Не уладилось. Ввод советских войск в Афганистан международная общественность расценила как прямое проявление агрессии, что требовало показательных мер. Перед Олимпиадой все было нормально, хорошо. Мы ощущали предчувствие праздника. Ну да, некоторые страны не приехали, но это их проблема. Знаете, в истории остаются результаты. И олимпийский чемпион, вне зависимости, кто участвовал, с кем соревновался, он и есть олимпийский чемпион. Поэтому это были, ну, такие, я бы сказал, неприятности, но мы не почувствовали того, что это были какие-то вот сверхпроблемы. Я хочу рассказать немножко о Московской Олимпиаде 1980 года и бойкота этих Олимпийских игр. Но, если вы разрешите, я поговорю по-немецки. Вы знаете, я не хотел бы сейчас говорить о политике, стоявшей за этим решением. Меня тогда волновало, что в Олимпиаду вообще не отменили. Это было бы трагедией для спортсменов, которые готовились именно к этому событию. Ну и для зрителей, которые хотели попасть на Олимпиаду, на один из самых прекрасных международных праздников, которые вообще существуют. Ну, очень жаль, что все это произошло, потому что хотелось бы, чтобы спорт не касался всего этого. И в результате мы получили и Олимпиаду в Москве, испорченную, потому что туда не приехали, за исключением редких представителей, все капиталистические страны. Ну, дело в том, что исходно, когда происходит ввод советских войск в Афганистан, и Соединенные Штаты решаются на бойкот Олимпиады, уже возникает целый ряд споров. И в этот момент Олимпийским международным комитетом руководит Киланин, и он пытается как-то все разрулить. Первая его фраза в ответ на вот это вот решение объявить блокаду — это то, что Олимпийские игры не состоятся в Москве только в случае Третьей мировой войны. То есть Соединенные Штаты добились, что в той или в другой мере 66 стран не участвовали в Олимпийских играх. Были другие страны, которые как государство не участвовали, но своим спортсменам разрешили, ну, например, та же Великобритания. Премьер-министром Англии тогда была Мэгги Тэтчер. Она сказала: мы совершенно точно не будем участвовать в Московской Олимпиаде. А позже случилось так, что все английские спортивные союзы, за исключением очень немногих, приняли решение участвовать. Тогда, кстати, англичанин Себастьян Кое даже установил новый мировой рекорд по бегу на средней дистанции. Ну и наш министр иностранных дел, господин Геншер, спросил то самое английское правительство: что случилось? Почему же вы отправились на Олимпиаду? Вы же сказали в самом начале, что этого не будет. На что ему было отвечено: уважаемый господин Геншер, наши спортивные союзы независимы. Ну и для наших спортсменов это стало, конечно, серьезной оплеухой. Было очень неприятно думать, что соревноваться не с кем. Ведь наши главные соперники в выездке, немцы, официально отказались от участия.
тем большим сюрпризом оказалось прибытие на соревнования одной из самых титулованных всадниц Элизабет Макстойрер. Для спортсмена высшим результатом, который он способен достичь, является участие в Олимпийских играх. В то время это и было моей целью и мотивацией. Поэтому я тренировалась 4 года. У меня в то время была отличная лошадь, и я, по сути, рассчитывала на Олимпийские игры в Москве. Годом ранее у меня получилось принять участие в чемпионате Европы. Это было неожиданно, но я стала чемпионкой Европы. Смогла пройти квалификационный отбор на Олимпийские игры, которые были моей целью. Ники Лауда тогда невероятным образом доставил меня на самолете в Москву, хотя с Москвой тогда не было авиасообщения. Ники Лауда hat mich damals sehr abenteuerlich nach Moskau geflogen. А эта история вообще достойна художественного фильма. Ведь в качестве второго героя в ней поучаствовал такой персонаж, как Ники Лауда, икона всех автогонщиков мира. У нас был самодельный контейнер, в который мы загрузили Моншери. Хотя перелет был связан со многими рисками, Ники Лауда доставил нас туда. Конечно же, он пожелал нам удачи, скрестил за нас пальцы, а в конце Олимпийских игр нас снова забрал и благополучно доставил домой. Однако в Москве он не остался, потому что в то время занимался реорганизацией своей авиакомпании, и ему приходилось много работать и летать. Тогда он еще сам пилотировал, поэтому лично был за штурвалом и при перелете в Москву. То, что она приехала, было нормально. Австрия же нейтральная страна, и она не придерживалась позиции следовать фарватерам НАТО. А Тойрер была, конечно, очень хорошей всадницей. Позже она стала директором Венской придворной конной школы. Ну, это воспринималось ведь сугубо в телевизионной картинке. Живьем видели те немногие, кто попал на трибуны биться. Поэтому, да, говорили об этом, и ее поддерживали болельщики, может быть, даже больше, чем других. Вот. Потому что она, конечно, совершила поступок. А, это тоже был своего рода подарок москвичам, правда, потому что Моншери этот ехал как бог, и он все так четко делал, так пьяфе. Если у наших там пьяфе, пассаж, они были мягкие какие-то, такие текучие, то этот просто как солдат, вот он такой серый, такой добрый, с большой головой, сам компактный, и она тоненькая, лукавая такая. Она ехала, ей так было легко, вот надо всем, наверное, так ехать. Я тоже Макстойрер до этого, за год до этого стала чемпионкой Европы. Я знал, что это очень сильный соперник, очень сильный, и мне, я как бы равнялся на нее. Потому что я до этого еще до Олимпиады Московской близко не был ни на Европе, ни на мире, я нигде близко не был. Она была чемпионкой Европы, то есть это уже титул, это уже показатель. Поэтому ясно было, кто выиграет. Что и получилось, она выиграла. Но мы составили достойную конкуренцию, и я рад, что она приехала. Да, хотелось бы выиграть и лично, но я рад, что она была, что это все состоялось. Я знакома со многими российскими выездковыми всадниками. Мы до сих пор встречаемся на различных турнирах. Тогда на Олимпиаде Виктор Угрюмов подарил мне красную розу. У меня остались очень хорошие воспоминания об этом. И, конечно же, там были Кира Кёрклунд, бывшая чемпионка мира из Финляндии, и еще некоторые конники. Жаль, что одна из всадниц вашей олимпийской сборной рано ушла из жизни. Госпожа Макстойрер здесь говорит о нашей удивительной всаднице Вере Мисевич. Очаровательная была, конечно, Вера Мисевич на плоте. Хотя были такие трудные моменты. То ли плот очень разнервничался, то ли Вера не смогла справиться с волнением. Но когда они въехали, боже мой, начал такие скачки совершать. Я прям чуть ли сами не в обморок не падали. Вера Мисевич, конечно, она, помимо того, что была великая всадница, она была необыкновенно красивая женщина. У нас в конном спорте, наверное, только две женщины были, которые выделялись среди всех, как и спортсменки великие, и как женщины. Это Елена Владимировна Петушкова и Вера Мисевич. Дело в том, что с Верой Мисевич мы потом встречались
в Николаеве, в Днепропетровске. И она меня поражала вот этой своей какой красотой. У нее были такие прозрачные глаза, у нее было такое мягкое выражение лица. Я вообще люблю интеллект в людях. Вот она обладала это в полной мере. А потом я узнала уже, что она была балериной. Она была чрезвычайно скромным, чрезвычайно деликатным человеком. И, конечно, я даже не поверила, когда узнала о ее раннем уходе. Мало кто знает, что Вера была не только балериной, но и актрисой. А кроме того, она прекрасно знала французский язык. Вере Месевич повезло в жизни. У нее были два великих учителя, два великих наставника. Это Ирина Ивановна Мурашова и Борис Иванович, которые ей подарили, можно сказать, такого великого коня, как плот, на котором она достигла очень высоких результатов и стала олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой Советского Союза и бронзовым призером чемпионата Европы. Борис и Ираида Мурашова – это замечательные киевские тренеры. Это была очень интересная пара. Они очень бурно ссорились на тренировках. То есть там искры сыпались во все стороны. Но действительно они были, ну, можно сказать, законодателями мод в советской вывеске вот в 80-е годы. Это люди, которые вот отдали вот действительно в полном смысле слова свою жизнь конному спорту. И они, конечно, и чрезвычайно скромные люди. Борис Мурашов, он ведь наш москвич, он тоже со мной ездил в пищевике, поэтому я очень хорошо их знала. Я не думала, что из этого рыженького мальчика вырастет такой большой мастер в конном спорте. И они вдвоем с Ириной сделали очень много для конного спорта, для выездки. К сожалению, перед самой Олимпиадой Вера Месевич ушла от Мурашовых и больше к ним не возвращалась. Отношения спортсменов и их персональных тренеров далеко не всегда были безоблачными. Сложными были отношения и у Блинова с Мурсалимовым, и у Королькова с Жагоровым. Но, несмотря ни на что, вклад этих мастеров в олимпийское золото переоценить невозможно. У нас получилось очередное отступление на тему о тренерах. Но давайте более подробно продолжим рассказ о нашей олимпийской команде по выездке. Не выездки. Они тоже были прелестными, просто прелестными. Но были и необыкновенно трогательные моменты. Я просто не могу забыть выступление Юры Ковшова на «Игроке». Боже мой, это, после этого я его сразу стала называть принцем. Потому что это было настолько изящно. И вот я смотрела как раз на иностранных судей, которые судили. Они очень внимательно смотрели на Ковшова. Для них это уже загорелась какая-то новая звезда на фоне международной выездки. Эти впечатления сегодня слушаются весьма пасторально. Но непосредственно перед Олимпиадой события в сборной по выездке напоминали и драму, и детектив. Перед Московской Олимпиадой у нас была поездка в Бельгию, Гамбург, где должен был отбираться состав команды уже на Олимпиаду. Тогда мы поехали Угрюмов на шквале, Карачева на Саиде, Петушкова с Абаканом и я на игроке. Мы еще перед погрузкой удивлялись, потому что Абакан, ну, видно был, как мы коники говорим, не в порядке. Когда мы приехали в Бельгию, там ему стало еще хуже, все-таки длинная дорога, там, по-моему, 5 или 6 суток в машине, в Каневодске. Естественно, там уже выступить он уже Абакан не смог, там уже повезли его в клинику в Гамбург, ну, где он и скончался. А вот причины, что я даже не знаю, почему он больной был и почему больного его повезли на эти соревнования, я не понимаю. Потеря Абакана буквально за несколько месяцев до Олимпиады. Я сама судила те соревнования, в которых последний раз выступала Лена на Абакане. Это была, конечно, лошадь необыкновенная. Лена даже на Абакане выглядела красивее, чем на пепле. Представьте себе. И потерять такую лошадь, которая была уже подведена к выполнению большого олимпийского приза. А давайте послушаем, что об этой трагедии говорила сама Елена Владимировна. Как мне стало известно по результатам всех анализов, которые в этой клинике были сделаны, он был отравлен, но отравлен не в Германии и не
не тогда, когда мы были на международных соревнованиях, у него было обнаружено хроническое отравление мышьяком. Расследованием этой истории вообще не занимались, ибо перед самой Олимпиадой никто не хотел громкого скандала. Наши врачи даже подготовили другое заключение о смерти, в котором говорилось, что Абакан умер от гнойного плеврита. Вследствие этого возникли совершенно жуткие сплетни, в которых гибель Абакана ложилась на одного из товарищей Елены Петушковой по сборной. А, собственно, почему? На каких основаниях? Да просто потому, что человек был очень трудный в общении, при этом успешный и весьма неглупый. Я думаю, что мы можем назвать его имя, хотя великий всадник Виктор Петрович Угрюмов не согласился принять участие в нашем фильме, устав от того, что эту давнюю историю уже 40 лет вешают на него. Вот так мне было легко выступать с Еленой Владимировной Петушковой. С ней было хорошо в команде. С Ланюгином в команде было хорошо, с Волковым, с Тишковым, с Верой Мисевич. Вот с ним было приятно в команде. С Угрюмом, к сожалению, я такое сказать не могу. Дело в том, что у нас соревнования не личные, а лично-командные. То есть каждый, да, борется за свое место, но ведь люди должны работать и в команду, понимаете? А как работать с человеком, который только личник? Есть тренеры и спортсмены, которые в жизни и в быту, и в общении очень сложные. Но они велики как спортсмены, как специалисты. У Виктора Петровича Угрюмова хорошая черта, он всегда оказывается в нужном месте и в нужное время. Но я могу сказать, что прежде всего это человек, склонный действительно к сарказму определенному, к достаточно жестким оценкам по отношению к другим людям, но не ко всем. Вы знаете, в каждом человеке намешано очень много, и хорошего, и плохого. Конечно, Виктор Петрович – это профессионал высокого класса. И, конечно, когда мы смотрели, как он работает шквала, это, конечно, было прям какое-то волшебство. Но когда он, конечно, работал с своими девочками, вот Ирой Михайловой, Карачевой, конечно, это было очень жестко. Вот, то есть он так вообще на них давил. Наверное, это было нужно, наверное. Может быть, благодаря этому Карачева и добилась того, что она добилась. Я не знаю, не могу вам сказать. Своей ученице Ирине Карачевой он фактически подарил Саида, о котором в немецкой прессе писали после Олимпиады в Монреале, что Виктор Угрюмов и Саид – это самая многообещающая пара в мировой выездке. Во-первых, он сказал, что не только я думал не только о том, чтобы самому выигрывать, ну и дальше так немножко в шутку, что мне в свое время Рогалев сказал: создай образ. Самое главное в выездке – это образ. Вот когда я подарил своей ученице лошадь, вот и мне образ, и ей образ. Так или иначе, но после гибели Абакана в руководстве сборной возникла паника. Кого и на каком коне ставить в команду? Дошло до того, что выйти на поле хотел сам Иван Калита, старший тренер сборной по выездке. Когда он понял, что Абакан пал, Петушковый, да, Саид у Карачевой вышел из строя и, по-видимому, не восстановится, но в связи с тем, что человек, он очень ответственный, он пошел просто в спорткомитет, а может даже и выше, я не помню это точно, и вплоть до того, что клялся спортбилетом, что он готов сам сесть на лошадь, выступать, и потому что он понимал ту ответственность, которую на него возложили, потому что это была Москва, это была Олимпиада, и только первое место должна команда занять. Его задача была сделать командную победу, ну, может быть, где-то в сердцах, когда что-то не получалось у всадника, он мог сказать: слезай, я сам поеду. Ну хорошо, что так все сложилось. Он подобрал как раз еще одного кандидата. Это была Вера Мисевич. И вот сложилось. Да, сложилось. Нашу золотую олимпийскую команду представляли Вера Мисевич на плоте, Юрий Ковшов на игроке и Виктор Угрюмов на великолепном шквале. Но и во время Олимпиады в Москве нас ожидали не только радости. Такое, к сожалению, бывает. И если Мюнхенская Олимпиада 1972 года запомнилась страшным терактом против сборной Израиля, то у нас это была смерть Владимира Высоцкого. Я знаю, что народу было много. Народ стоял там где-то от Курского вокзала и так далее. К театру на Таганке.
командовал генерал Шаранков, это замначальника ГУВД. В основном были сотрудники первого оперативного полка и, естественно, местные из Таганского подразделения отдела внутренних дел. И, естественно, были комсомольские оперативные отряды. Во время Олимпиады многие предприятия направляли свои комсомольские организации на поддержку порядка на Олимпиаде. Были созданы так называемые комсомольские оперативные отряды. У нас даже была своя форма, серенькие брючки, голубые рубашки. И на всех мероприятиях вместе с милицией стояли в оцеплении, поддерживали, что-то помогали. Вот. И утром очень рано позвонили в этот день и сказали, что ребята, собираемся на Таганке. Резануло так прям, печально было. Кто-то из нашего отряда сказал, он к Шукшину полетел. Вот. Ну, мы приехали, объяснили ситуацию нам, что надо сдерживать как бы желающих проститься, что здесь, видимо, будет много народу. Самое сложное, когда выносили гроб, его грузили в грузовик, вышел Любимов. И в этот момент, как бы, ну, все, конечно, там толпа рванулась. Мы удержали с трудом, там бортик один упал. Ну, мы подняли, там несколько человек перевелись через бортик, чтобы, ну, на них их не топтали. И вот тут очень аккуратно вот эти ребята из конной милиции отделили людей. Никого не ударили, там не ушибли, но отделили. И, в общем, когда грузовик уехал, как бы толпа немножко спала. У нас впереди еще много событий, но мы должны продолжить рассказ о наших тренерах, удивительно талантливых и при этом совершенно разных. Если так разобраться, два тренера сделали победу на Олимпиаде. Это Жагоров и я, извините за саморекламу или что это, что-то другое. Потому что три лошади было его из пяти, и две было моих. Ну, я на сборах был со своим тренером всегда, с Нинахом Виктором Николаевичем. Он меня опекал. Потому что, например, я занимался с Чукановым и с Тимченко. Жагоров занимался с Корольковым и со Смаевым. Нинахом Виктором Николаевичем. Отличный тренер, который подготовил очень много людей, мастеров спорта международного класса. Очень хороший глаз на лошадей, которых он покупал и доводил до определенного уровня, который следовало в то время. Это высота препятствия 160 сантиметров. У нас целые конюшни таких лошадей были. И все, благодаря ему, что он ездил по конным заводам, привозил таких лошадей. Те бессонные ночи, когда я ездил покупать гепатита, в ночи мне его продали с Кабардинского конного завода. А у базы денег не было зарплату заплатить. Было выражено руководством большое неудовольствие. Но, тем не менее, все это оправдалось. Юрия Ковшова к Олимпиаде готовил его отец, выдающийся тренер Александр Никифорович Ковшов. Понимаете, отец из меня сделал то, что я есть. Он начал с азов и довел меня до высокого мастерства. И как он меня понимал, меня никто не понимал. Хотя я работал с разными тренерами, и с Кизимом, и с Калитой, и с Чередой. То есть работал со многими. Но так как работать с отцом в тандеме, мне ни с кем больше не нравилось. А конкуриста Виктора Пугановского воспитал буденовец Абрам Львович Зазуля, которого в советское время все называли Александром. Вы знаете, мой тренер, полковник запаса Александр Львович Зазуля, воспитывал у меня самые высокие чувства к лошади, самое доброжелательное отношение, воспитывал, значит, как всадника, как человека. Антон Афанасьевич Жагоров – это ростовский тренер, у которого в сборной СССР на Олимпийских играх было сразу три ученика. То есть троеборец Юрий Сальников, которого он вырастил, подготовил. Хотя официальным тренером Сальникова считался Павел Диев на Олимпийских играх, тем не менее, это был его ученик. А Николай Корольков, Виктор Асмаев, покойный. Антон Афанасьевич Жагоров был и моим тренером, был опытный, очень строгий человек, очень требовательный человек, ну и был психолог. В 50-е годы Жагоров выиграл в Советском Союзе все, но и он мог стать большим чином в армии, но, к сожалению, ему помешала его биография. То есть его братья служили полицеями у немцев,
Вот, и когда все это выяснилось, ему какая-либо дорога по, так сказать, карьерной лестнице в конном спорте была закрыта. Ну, конечно, это все отразилось и на его судьбе, на его мировосприятии, потому что человек всего боялся, будучи смелым по своей натуре, по духу, да, он боялся каких-то совершенно определенных вещей. Ну и вот эта история с Ковальчиком. Так называемая история с Ковальчиком, которая случилась в финальный день Олимпиады, также заслуживает особого разговора. Я следила за борьбой двух гигантов, которые оказались вот на этом турнире. Это был Ян Ковальчик, офицер войска польского на Артеморе, и Николай Корольков на эспадроне. Они почувствовали, наверное, что вот они, у них все поровну уже было, и количество штрафных очков. То есть, как говорят, ноздря ноздрю, голова в голову. И какие это были прыжки! Вот до сих пор у меня стоит прямо перед глазами вот эта тройная система, когда, ну, как по клавишам преодолевают такие огромные препятствия. И последнее, там 160 сантиметров, и как ахал весь стадион. Вот. Конечно, это незабываемо. На разминке перед индивидуальным паркуром Ковальчик совершил промах. Он прыгнул брусья в обратную сторону, причем брусья уже были повалены до этого, им сбиты. Да, это серьезная ошибка, и судьи проспали этот промах Ковальчика и видели только Николай Корольков, Антон Жагоров. Мало, Жагоров на меня, ты видел? Я говорю, а что я видел? Вот что Ковальчик в обратную прыгнул. Я говорю, нет, говорю, я не видел. Я говорю, подпругу подтягиваю. Какую там? Орал как резал. Он прыгнул, его надо снять. Да, по идее, его надо было снять. Ну. Вот, и Жагоров сразу же бросился к Королькову, говорит, ты видел, потому что должна следовать дисквалификация. А Ковальчик был основным соперником фактически наших конкуристов. И, ну, это был такой достаточно удобный случай. Я отказался, а что он там один пойдет? Он трус Жагоров, он боится вот и до всего. Но Корольков, как благородный человек, он сказал, нет, я ничего не видел. И Жагоров как-то не видел, бросился к солдатам, а стояли еще тоже солдаты Ковальчика, солдаты Королькова. Ну а солдаты не понимают, просто прыгнул и прыгнул. Ну что значит в обратную сторону? Они не разбираются в таких тонкостях. Ну что получилось? Получилось, что Ян Ковальчик и Николай Корольков, они были, ну, просто вровень шли. Но кому-то повезло чуть больше. Золотая медаль досталась Яну Ковальчику, Польша. Серебряная медаль Николаю Королькову. А мы опять забежали вперед. Ведь для конников олимпийские соревнования еще не закончились. И в день закрытия с мексиканским спортсменом, бронзовым призером соревнований по конкуру, произошла очень занятная история. Член мексиканской команды Хоакин Перес де лас Херас, он стал бронзовым призером. Закончился в Лужниках конкур личный, и уже должна быть церемония закрытия. То есть, соответственно, Лужники закрывают, все перекрывают, мы с ним остаемся, потому что он должен сдать допинг-тест. Короче, пока недолго там беседовали и ждали результатов этого допинга, полностью перекрыли Лужники, закрыли все проезды к Лужникам, потому что там, я повторяю, уже готовились к церемонии закрытия. И когда мы с ним вышли из Лужников, он, значит, как был в своем, так сказать, костюме, да, в сапогах, в костюме, значит, в конном, с букетом цветов, с бронзовой медалью на шее и с плыстом в руке. И вот таким образом мы с ним шествовали куда? Взять такси невозможно, потому что все перекрыто. Ну куда? Ну мы поехали на метро. Когда мы подошли к метро, конечно, просто люди обалдели. Вот, и сначала не верили даже. Я говорю, ну вот смотрите, вот видите, вот бронзовая медаль, человек только сейчас выиграл. Вот, конечно, с ним очень многие там фотографировались, тут же говорили, пойдем, значит, отпразднуем. Короче, как раз с трудом я его довезла назад до Битц. Вот. Это, конечно, было совершенно потрясающе. Он удивлялся, что насколько люди вот открыты и насколько радуются его победам. Даже не то, что вот своим, да, а то, что вот молодец, мы по плечу его хлопали. Ты молодец, что к нам приехал, давай еще приезжай там. Я говорю, это конкур, вы знаете, какой конкур? Да какая разница, что такое конкур? Главное, что человек приехал к нам.
Вот. То, что я повторяю, это был 80-й год. Итак, Московская Олимпиада подошла к концу. Мишка улетел. Ну и вот сейчас хочется подумать, а стоила ли игра свеч? Что касается экономических результатов, ну вот как согласно официальному отчету, который представил Международный олимпийский комитет, общие расходы на организацию и подготовку Олимпийских игр в Москве ушло 862 миллиона 700 тысяч рублей. А общий доход составил 744 миллиона 800 тысяч рублей. То есть, как видим, дефицит 117 миллионов 900 тысяч. Кстати, на следующих играх в Лос-Анджелесе получили прибыль в 200 миллионов долларов. Я думаю, что олимпийский дух все равно выиграл. И хотя на следующей Олимпиаде в Лос-Анджелесе вновь возникла проблема, в дальнейшем общественность отклонила вмешательство политики в Олимпиаду. И политики это поняли. А вот после Олимпиады было очень обидно. Те креки, которые по политическим причинам не приехали на московские соревнования, стали высказываться в прессе в том ключе, что наши золотые медали шоколадные, в том смысле, что полученные в отсутствии главных конкурентов, они ничего не стоят. А ведь это было причиной переживаний всех наших московских чемпионов. Я так не думаю. Просто профессионалам было очень обидно, несмотря на то, что в Копенгагене состоялся большой турнир для спортсменов, которые не смогли принять участие в Олимпиаде. Но это было даже несравнимо с Олимпиадой. Ну, естественно, хотелось, чтобы был полный состав. Хотелось бы, чтобы приехали, чтобы Олимпиада была полная, стоялась. Но кого можем винить, если это у нас спорт был, политика? Вот политика и сыграла такую как бы злую штуку, что получается мы отдельно, Запад отдельно. Но кто от этого выиграл? Спортсмены от этого не выиграл, спорт от этого не выиграл. Это был праздник. Про шоколадные медали там писали, на Западе, у нас нет. Я вообще про это первый раз прочитал много лет спустя. Потом то же самое произошло в Лос-Анджелесе, где отсутствовал Советский Союз, и тоже, наверное, можно эти медали назвать шоколадными. Но нет, наши медали не были шоколадными. Это было доказано уже на следующий год. Значит, началось это так, что 15 дней я коня не видел после Олимпиады, когда приехал в Ростов. А потом звонок из Москвы. И Миша звонит и говорит, вот так и так нас вызывают, там во Франции будет такой турнир, не командный, а личный. Ну и приехал туда во Францию, я первый прыгаю, а за мной два француза, олимпийских чемпиона прошлой Олимпиады. Думаешь, будь что будет. И поехал на чистоту и резвость, и все было удачно, я нулем отпрыгал. А они понаваляли, и я выиграл. И да, дали мне Мерседес. Мерседес дали. Ну, я его, во-первых, не забрал, он остался на поле. Потому что Мишин увидел там две педали и сказал, говорит, он схватил меня за ногу, держит на коне и говорит, там, говорит, вообще какие-то педали, ничего нету, говорит, ты тут людей подавишь, езжай на коне. Вечером приезжают прямо к нам на конюшню фирма Мерседес и говорят, вам не понравилась машина. И дают каталог. Выбирайте. Я говорю, да нет, нет, мне это все понравилось. Миша говорит, у нас, говорит, проблема с доставкой. Они говорят, это новая проблема. Адрес. Ну, я СССР, город растут. Миша, кого? СССР, Госкомспорт СССР. И все. Ну, там говорят, что он вроде Брежнев ушел. Уже заканчивая фильм, мы вдруг поняли, что набивший оскомину клише период застоя к спорту 80-х уж точно применить нельзя. Тогда нашим конникам действительно было чем гордиться. Игры 22-й Олимпиады и сегодня вспоминаются как прекрасная и яркая страница истории страны, которой больше нет. Московская Олимпиада изменила облик нашей страны, совсем не намного приподняв железный занавес. Только вот опустить его обратно было уже невозможно. Через несколько лет прекратил свое существование Советский Союз, а с ним и большинство наших побед в конном спорте. Странно.
40 лет назад я, не попав в олимпийскую команду, и представить себе не могла, что буду рассказывать об этих событиях следующему поколению. Интересному, сильному, талантливому. Но почему-то из них не вырастают большие чемпионы. Да и в поисках турнирных лошадей мы все чаще едем в Европу. Что именно мы упустили? Хороший вопрос. Я бы добавил к нему еще один. Что делать? Но над этим вопросом наше общество бьется уже более полутора веков. Интересно, найдем ли мы ответ?